тоже днем, ну, плюс 13 у нас. Привет еще раз. Спасибо тебе, божечки. Как приятно. Розочки мне дарят, короны и сердечки. Какой ты хорошенький. Ё-моё, теперь вот это листать. Да, это мой фаворит, он дарит подарочки каждый раз, прикиньте. Ну как? Ну да. Охренеть можно. Так, просто так. Как дела? Как настроение? Какой парень? Ты что несешь, проектор? Ну нет парня. Просто так. Ты там куда делся? А, слава богу, не надо, чтобы такое слышалось. Я просто, я иногда не понимаю, спасибо, 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 спасибо. Не понимаю иногда, почему просто так отправляет мне рукольцо. Я делаю что-то не так? Ну, типа, ответь мне на вопрос. Да? А что я делаю не так? Хватит ржать надо мной. Нохчи, привет. Нереально. Вот опять. Обидно, блин. Чувствую себя дуртой какой-то. Как дела? Хорошо, твои как? Трэш, блин. Проектор, я что-то не понял, а ты там чё? Жить можно. Что случилось? Вчера мне отправили, короче, мы общались такие в эфире. И мне потом говорит, что в аварию попал. Типа, да норм. Типа авария. Потом мне прислал фотки, я охренела. Пиздец, как он выжил. И он еще такой, типа, да норм, блин, прикольно, житуха, классно. Я, сердце. Проектор, я не пойму. Что с тобой происходит? Поболтаем, поймешь. Давай поболтаем. Привет, как дела? Что случилось? Алиса, дальше. Ёб твою налево. Сюда чешешься. Откуда с Ростовской области? Ну, с Ростовской области. Проект, ты что молчишь? Обсираешь меня тут. Говоришь что-то непонятное мне. Говоришь, в шоке с меня, свят, свят. Что? Я поняла, что... На данный момент в Ростове сейчас. Такой злой, блин. Не могу. Что с тобой случилось? Лиля, привет. Да, Петра. Ты чё меня хейтишь, я не поняла вообще. Охренеть. Как Лиля, так о, Лиля, привет. А как Алена, так свят-свят. Еще не заходил 2 дня ко мне. Так еще и вообще трындец. Еще и сказал, что я свят-свят, и боже, он в шоке с меня. Я в шоке. Я поняла, что ты был занят.
Ничего, в смысле ничего. А, или это ты ему отправляешь? Трындец. Ну ладно, вы пообщайтесь, я не буду вам мешать.